Доброго времени суток, друзья, и в этом видеоролике мы вам покажем, как управлять телефоном TSL 20 SE одной рукой. То есть, как включить режим управления одной рукой на данном телефоне. Вообще, есть два варианта режима управления одной рукой. Есть режим управления одной рукой целым телефоном или управление одной рукой только клавиатурой. Мы покажем вам сегодня оба варианта, так что пересаживайтесь и смотрите, что мы делаем. Для начала нам нужно перейти в настройки данного телефона и пролистать вниз до пункта «Расширенные функции». Дальше переходим в него и находим режим управления одной рукой. Здесь у нас есть два варианта, как войти в режим управления одной рукой, то есть это или с помощью вот этого вот пункта управления одной рукой, или же с помощью, если вы используете трехклавишную навигацию снизу, то вы можете просто, проведя по навигации, перейти в режим управления одной рукой, но у меня она сейчас выключена, так что мне эта функция недоступна. Дальше мы выбираем режим нашего экрана при управлении одной рукой, то есть здесь на ваш вкус, и все, мы выходим, свайпаем дважды вниз, или если у вас здесь есть три кнопочки снизу, мы зажимаем среднюю кнопку и проводим вправо или влево, с какой стороны и какой рукой вы бы хотели управлять. Я же сделаю это так, и попадаем в вот такое вот меню, после чего с помощью стрелочки мы можем изменить нашу руку вот таким вот образом. Также, если вы уже хотите закрыть это меню, мы просто нажимаем на черную область, и таким образом это меню закрывается. Как же на клавиатуре печатать одной рукой? Если вы хотите только клавиатуру поместить в какой-то угол, то делается это очень просто. Нам не нужно искать никакие настройки, а просто нажать на вот такую вот кнопочку, которая здесь находится. И таким образом мы попадаем в вот такое вот меню, где мы можем управлять одной рукой. Также мы можем открыть полноэкранный режим, или же настроить, в какой именно части экрана у нас будет наша клавиатура, то есть любое место перетаскиваем, нажимаем галочку, и теперь наша клавиатура находится здесь. С помощью вот этой кнопки мы возвращаемся в обычное меню. Спасибо, что смотрели этот видеоролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!